Просто так с первого лева просрал. Вот так вот. Окей, мы пойдем по нулям, а ты давай повыше. Хорошо. Сверху хреново увижу, если что. Танкист, я знаешь, что делал, когда летал, вот у вас в Славянке не было месяца, полтора-два назад. Я держался всегда сзади на нулях. На максимальной скорости, какая возможна на нулях. И видел прекрасные ловки, как они идут, да и как они все заходят. Ни хрена не видать. Да, то есть они один заход, они пропустят. По-любому, но ты увидишь, предупредишь, а по ним вряд ли попадут. За это время ты можешь прилететь и попробовать грохнуть. Он вверх будет походить, пока ты кладешь, пока ты сюда, ты уже подлетишь. Согласен. Так, Майер подключился, даже Майер, сразу. Привет. Привет. Здорово. Привет. Если кто-то взлетели, могу догнать. Давай. Сузи. Киновка. Наоборот. Где-то 600 надо в тысячу. Так, как вы, я вас что-то ни хрена не вижу. Мы над нашей дефенсой. Вот я ее вижу, короче, я там тогда буду висеть, если что кричите. Нет, ты на танке иди. А, пойти, да? Хорошо. Мы сейчас его вырубим. Вот. Ну, по крайней мере, постараемся. Так, наблюдаю контакт. Сюда. Судя по трассерам, это был немец. Вижу его. Слева направо идет, да? Так точно. Ты за ним или как? Нет, я иду на цель. Раз, взлет Будинов. Давай цель. Я его поконтролирую. На танке. Так, я вас наблюдаю. Жень. Ну давай, я на танк тогда захожу. Бежит. Меня уводит он. Нормально. Да, это мистер. Я иду нулем, сейчас вижу только слева, у меня один. Наверное, вот это ах. Я иду 90. А, нихуя себе. А, вижу вас, наверное. Да, это мистер. Там тяжелый, блин, есть деревья. Нисак. Вижу вас. Ты шесть у него, нет? Я на шести. Понял. Тогда просто страхую пока. Бей, если можешь. Понял, но я ниже вас и подхожу. Мессер вытягивай. А, все. Да, мессер вынул. Понял. Переворачивайся аккуратнее. Да. Так, меня атакуют. Ёбаный в рот, а кого спасать? Того, кто атакует там. Да ёбаный в рот. И пиздец, меня сбили. А здесь два танка, один я задымил. Меня атакует. Какой я заебатый.
И меня он сейчас ёбнет, блядь. Я вешу, сука. И меня он ёбнет. Приехали. Я его ёбну, сука. Так, а я съёбываю, у меня этот, он меня пробил. Все двигатели, бляха, попросил. Сука, блядь. И меня тоже. У меня сегодня дико неудачный день. Не успел я, да, подойти? Ты не говори про неудачные дни. Один танк остался. Нахер я сегодня дышу. Ну ладно, чего ты? Не, вы хоть в бою умираете. Это на якорь там на лавках залетал, я не в бою умирал. Так. Поехали. Как-то по-лохавски просто обидно. Немец какой-нибудь немец. Че немец? Он грузин? Где ходит? Все, все, ушел. А, ушел, да. Танкист, ты отходишь, что ли? Я иду на юг, не знаю, в каком я был квадрате. Я сильно пробитый, масло течет. И слева от меня два больших контакта, блядь. И они начинают по ним стрелять, какая-то дальнобойка. Значит, ты над нашей 12-20. Это в районе Будиновки. Вот, стреляет, 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 да? Да-да-да. Все, я наблюдаю, разворачиваюсь к ним. Может, и стреляю. Ты если пробит, лучше уходи на посадку. Такая, я не фиг ты хуячий. А какой, какая высота не подскажешь? Нули, нули, нули. Они нулями прям на грузинах, как я понимаю. Заебись, я сейчас приду, подождите. По ним арта, ой, арта, это отрабатывает. Так, все мы перегружены, опять пошла какая-то эта. А, я над нашей этой обороной. Нашей обороной они атакуют ее. Подходите к нашей обороне. Ёптель-моптель, мне надо было еще ближе. Теперь по дороге спускайся. Теперь они меня сейчас видели своим черным дымом, наверное. Ты иди курсом 180, как раз на да один. Я иду. А я иду за ним. Тебе ноль надо. Как то от обороны 180 начал. А, ну да. Это мне ноль надо, да-да-да. Я ноль сюда. Так, у него высота 1500. Вот он в разрывах идет от нашей арты. 1500, наверное, столько, наверное, было. Прям прошел нашу оборону и идет на... На филд, да? На вас, на запад, получается. На филд я дымящийся. А они домой пошли? Ну, они пошли на запад, да. Пары. Я не пары, одного вижу. Так, да, слева от меня проходит. Это я. Я чистый. Так, я увидел аэродром. Может, сяду еще? Так, ладно, надо собраться. Сейчас мы будем возвращаться. Мы куда не таким гоняться. Знаешь, возвращайся. Так, танкист, ты садишься на грузинок, да? Да-да-да, ладно. Тогда я вызвал... А тот немец выпрыгнул, да, или что? Я ему крыло срезал, высота была маленькая. Я думаю, что он должен был расхреначиться. Надо потом посмотреть. Я, получается, вот он тебя срубил и вверх. Я за ним, он... На, нет, он в горизонте. Он меня пропустил. Я скорость не стал терять, вверх вытянулся. Он меня вот своими, блядь, подвесами, конечно, сильно покоцал.
Не, он, по-моему, без подвесов был. По-моему, с подвесами. Ну, не суть. Ну, короче, он меня расхерачил. Я вывесился. А потом перевернулся. Он... Да, блядь, еще и винт загнул, придурок. Ну, ты сел? Да, я качусь, ну, винт розочкой, блядь. Хорошо, я захожу на посадку тогда. Принял, я тоже над филдом. Ты с какой стороны? Где танкист садился? С той же стороны? Нет. Встречном, да? Ну да, я, получается, с востока назад. Ты сколько уже на бузину посадил? Это будет пятый. Заплавишь? Угу. Слушай, а бузиновка, она повреждена хоть чуть-чуть? На 45%. Да, да. А, тогда хорошо, тогда все окей будет. Или 43-45, напомню. 43 написано. Если пятый, минус 20, будет 23. Это он что, получается, ремонтирует, да, тем самым? Слушай, Бир, я, наверное, ну, раньше тебя сяду, или нет? Вот все, я все, все, я да, уже захожу. А, вон ты, блин. Ладно, ушел на... Нет, ну чего, мы танки будем добивать на лагах. Один танк остался. И будем здесь вот на защите тогда крутиться тоже.